Так, вот по просьбе Ланусь она просила показать, в чем я была на юбилее своего замужества. У меня просто вот такой вот пиджачок, который мне очень нравится, и мне он скоро будет велик, поэтому его надо одевать. И у меня есть шикарная-шикарная юбка на подкладе. От фирмы не знающие, абсолютно мне по фиолетовому, я всегда вне моды, я покупаю эти вещи, которые мне просто нравятся, почитаю лейблы и расскажу, что. А вот обувь у меня удобная, у меня очень редко обувь я беру за полную цену. Вот эти вот платила всю сумму, потому что встала в них, почувствовала себя как в тапочках и, безусловно, их купила. Я надеюсь, что я сделаю несколько зарисунков по поводу того, как я одеваюсь. Вот это вот точная копия того, как я была позавчера. Исключительно потому, что Ланусь попросила, я думаю, ладно, возьму с собой, не надоест, потому что празднуем-то наш юбилей сегодня, продолжаем. Мы пошли в ресторан кого-то кормить и сами. И закончу я этот ролик ответом на вопрос про вот это пальтишко, в котором вы меня видели. Оно появилось совсем недавно, но я была в нем очень часто. Я его купила, оно такое вот с рукавом реглан, свободного покроя, вот прямое совершенно. Я его купила для того, чтобы выскакивать. Иногда вот бывает нужно вот к почтовому ящику выбежать куда-то, на немножечко пройтись по саду-огороду, когда не работаешь, а просто вот пройтись. И я искала что-нибудь, не искала, а хотела что-то вот такое свободное. И я его купила, вот фирма называется Brownstone Studio. Для маленьких женщин, для невысоких. Я дама высокая, у меня 1,62 м. Я его купила, я в него влюбилась, и я его, ну, не снимала целый месяц. То есть все было отставлено. Очень теплая, очень уютная, не мнется. Я вот его уже постирала, гладить его совершенно не надо. Встряхнул и пошел. То есть синтетика 100%. Синтетика 100%. То, что я никогда не любила, но теперь вот влюбилась в эту вещичку и буду еще носить ее много-много лет, потому что, ну, оказалось, что это моя вещь. Причем купила я ее в половинках долларов, наверное, за 15-20 всего. То есть она по цене шла, ну, для того, чтобы выйти к почтовому ящику. Буду носить, носить с удовольствием. Ну, и еще одну вещь, которую вы не видели еще. Я ее вчера только отутюжила, потому что это такая вот вязаная пальтишечка или кардиганчик, можно назвать. Оно будет здесь вот на пуговочку застегиваться. Я очень надеюсь, что я смогу его хотя бы один раз одеть, потому что все равно еще весна будет, когда-то вдруг попрохладней. Я его купила в тот же день, когда то пальто, но оно было еще на большей ценке, написано 20 долларов, но я его брала не то за 7, не то за 8. Вот такой она, конечно, машинная вязка, но смотрится очень интересно. Необыкновенный такой воротник. И смотрится достаточно интересно. Как-нибудь выйду. Это к вопросу о том, что как вы покупаете. Вот покупаю то, что попалось на глаза, когда интересная вещь. Причем вот за такую шуточную цену. Причем я вот вязаных вещей набрала достаточно много в этом году. Наверное, потому что я решила немного повязать. И Вселенная мне дает знак о том, что не надо вязать. У тебя тут все за 3 копейки. То есть связать такое пальто я бы потратилась, наверное, раз в 10 больше только на пряжу. Не говоря уже о той работе, которую я проделаю, но все равно я хочу попробовать все-таки что-нибудь крючочком сделать. Крючки купила, уже нитки купила. Хочу вот когда-нибудь посидеть именно с крючком. Ну, а пока вот Вселенная мне посылает очень оригинальные, интересные вещи. Очень надеюсь появиться пред ваши очи. А на сегодня мы с вами прощаемся. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. Сегодня самый лучший день.